Роджерс. Это агент Куэйн из таможенной инспекции. Очень приятно. Он хочет задать вам пару вопросов до того, как вы выйдете. Для начала мне хотелось бы поговорить об опознании в Нью-Йорке. Я могу и пойти выпить кофе? Через пару минут. Давайте поговорим об опознании. Я правда хочу пить. Я с детства страдаю от обезвоживания. У меня как-то даже моча была как сопли. Вязкая такая. Я принесу этот чертов кофе. Тогда лучше мне заодно принеси. Этот парень такой нервный. А нервное напряжение вредно. Я раньше пел в квартете в парикмахерском, в Скоке в Иллинойсе. Так баритон был Кип Дискин, толстый такой, безобразно жирный. Он так психовал по утрам. Возможно, вы знаете, мы хотим вам помочь. Разумеется, я очень вам признателен, и я хочу помочь вам. Просто обожаю копов. Возможно, вы не все нам говорите. Я знаю, что вы что-то знаете. Хотите добиться повышения за счет меня, Клайн? Хочу услышать вашу историю. Она вся там. Можно мне сигарет? Согласно вашим показаниям, и зажигалка. Согласно вашим показаниям, вы мелкий мошенник. Один из... Согласно вашим показаниям, вы мелкий мошенник таких... Тысячи. Ну, у меня обвинение в хранении оружия. Так что в ближайшие полгода будут мало приятных. Спасибо. Когда я собирал кофейные зерна в Гватемале, мы варили свежий кофе прямо с деревьев. Они это дерьмо, что дают в полиции. Теперь ближе к делу. Я умнее тебя. И я выясню то, что мне нужно. И я из тебя это вытащу любым способом. Ты мне краса. Копы чертовы. Я узнал, что хотел про Кетана. То есть ничего. Неважно. Я найду его. Тут есть система, только надо знать, какая именно. Надо посмотреть со стороны. Это было и твое шоу ужасов. Расскажи мне все. Когда я пел в квартете в парикмахерском Скоке. Расскажи мне, что с Эдфотом? Он ничего не знал. Они были пешками. Толстые, безобразно жирные. Когда я собирал кофейные зерна в Гватемале, ему покровительствует сам дьявол. Что скажешь, а? Моя фамилия Кобаяши. 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 Расскажи мне все. Я работаю на Кайзера Сонзе. Убеди меня. Убеди Кобаяши.